А что, если мы просто возьмем и добавим в нее немножко Бравл Старса? Мне кажется, будет что-то очень эпичное. Смотри, у нас серия сразу начинается. Обычные скибидисты, у них даже никакого ранга в Бравл Старсе нету. Ага, потому что они настоящие нубики. А вот вам был 15-й, и его сразу вынесли. Так, а тут я не согласен. Почему у вертолетов всего лишь 8-е ранги? Да уж, кажется, твои вертолетики какие-то слишком нубские. Ага, прям как СМ. Ну и мне, конечно же, очень интересно узнать, какого ранга будут наши камерамены. Давай сразу на это посмотрим. У первого всего лишь 4-й. Ага, а мой скибидист несколько раз сильнее, с 31-м рангом. Да, но только твоего скибидиста с 31-м рангом убил наш камераменчик. Вау, а у спикермена целый 35-й ранг в Бравле. Но мне все же кажется, что он какой-то слабенький. Его нужно срочно прокачать. Кропик, ты че? Его вообще-то и так уже прокачали. А вот он добил. Даже не помог нашему камерамену. А что те камераменчики, которые в тачке сидят, они тоже без ранга? Не переживай, зато сейчас они ворвутся в битву и точно вам всем такое устроят. Губник, ты очень сильно ошибаешься, потому что пришел мой скибидист 500-го ранга. Чего, блин? А почему он такой сильный? Потому что он не какой-то там нубик, а у вертолетика вокруг все еще всего лишь 8-й ранг в Бравле. Ага, они, кажется, за это время нифига не прокачались. Это ты правильно подметил. Но их тоже сразу же вырубили. И кто это сделал? Правильно, это сделал настоящий вандусмен! Потому что у этого киборга на лице появились настоящие вандусы. И мне интересно узнать, какой же ранг у него будет в Бравл Старсе. Мне кажется... А чё всего лишь 35-й? Ха-ха, нубик, он вообще оказался какой-то нубик. Да, но зато этот нубик один в соло одолел твоего скибидиста с 500-м рангом. А вот здесь у меня есть вопрос. На фоне стоит дефакт-бум. Почему у него нет никакого ранга? У нас очень часто появляется дефакт-бум в сериях скибиди-туалетов. Но если у нас добавляется Brawl Stars, то почему-то ранга у него всегда никакого нету. Ага, и это странно. Тогда нужно придумать вместе с подписчиками. Мы прямо сейчас вместе с тобой должны решить, какого ранга заслуживает этот дефакт-бум. Мне кажется, вообще нулевого, ну или максимум первого. Не, Сёма, ты ошибаешься. Он настоящий создатель этого сериала, и он должен быть капец какой имбовый. Да, у него, наверное, ранг будет 9-9-9-9-9-9. А мне кажется, можно дать даже еще больше. Но это все решат подписчики. Пиши быстрее в комментариях. Стоп, здесь же должен быть камераменчик. У него всего лишь 4-й ранг. Ага, и не зря он получил бандусом по своей камере. Потому что наш чувачок вообще имбовый. Конечно же, не забываем ставить лайки. Потому что лайки очень важны. Они помогают продвигать наше видео. Так уже быть, я тоже поставлю свой лайк на этот видосик. Но я его ставлю только своему скибидишнику, который все-таки оказался жив. Ага, только пришел спикермен, и у него, кстати, тоже 500-й ранг в Бравл Старсе. И он твоего чубзика одолел. Да, Купик, смотри, был 500-й ранг, а стал нулевой. Но тут летит еще моя вертушка с 400-м рангом. Погоди, здесь же сейчас должны пролететь настоящие титаны. Интересно, какие у них будут ранги. Это мы сейчас узнаем, поэтому давай смотреть дальше. Мне кажется, нулевые. Не, Сёма, ты очень сильно в этом ошибаешься. А еще у меня есть предчувствие, то что этот ваш скибидист капец какой крутой. Эй, Кубик, я не понял. Ты что, перешел на их сторону? Да, это все потому, что он играет на Grand Mobile. Воу, да это же лучший симулятор реальной жизни. Да, это настоящий живой город со своими жителями и экономикой. И получается, я могу играть один или с друзьями и общаться по чату или даже голосом. Ага, а я могу сам выбрать, кем мне стать. Да, бандитом, доставщиком, бизнесменом или даже полицейским. Я могу играть с телефона? Конечно, в эту игру можно одновременно играть с айфона и даже с андроида. А еще ты можешь получить деньги и гелик на халяву по промокоду Кубик на 24-м сервере. Стоп, а там что еще, проходит конкурс на новый 15-й айфон? Ну да, можешь поучаствовать, вдруг тебе повезет. Кубик, я уже скачиваю игру по ссылке в описании и захожу играть с тобой на 24-й сервер. Ну и всех наших подписчиков я тоже, конечно же, буду ждать. Пока что скачивай игру, а после видосика пойдем поиграем вместе на 24-м сервере. Мы прям после этого видосика вместе с вами, конечно же, поиграем, а сейчас посмотрим то, что наши титаны с 7000-ми ранками. Вообще-то у спикермена ранг всего лишь 6974, так что ты давай тут не обманывай, понял, да? А какая нафиг разница, он все равно капец какой крутой. Да, с этим не поспоришь. Но нам прямо сейчас нужно пересмотреть предыдущие серии. Здесь у камераменчика был нулевой ранг, но его сразу же вылечили. Ага, а вот посмотри,
детский мини-тубзик, а всего лишь 10-й. И он реально оказался настоящим нубиком, потому что его сразу же уничтожили. И это сделал ваш жучара, Спикермен. Я бы его сам размотал. Сёма, чё ты злишься? Он же это сделал случайно. Он даже, наверное, сам этого не понял, потому что он просто взял и развел своими руками. Ах так, да? Но вы сейчас схаваете, потому что идет моя армия скибидистов. Их, конечно, очень много, но они все равно должны проиграть. Нет, нифига подобного, потому что тут пришел мой ученый, и у него ранг будет, я думаю, очень большой. Ну какой, наверное, 50? 7 тысяч? С какого фига? Ага, глупик, я же говорил, что он будет имбовый, и вас сейчас всех просто ослепит. Камераменчиков двоих он уже убил. Да, у них сразу стали нулевые ранки в Бравле. Это очень печально. И так будет с каждым, потому что еще пришел мой джименчик. И мой джимен капец какой крутой. У него ранг 6974. И я думаю, то, что этот его ранг вообще нифига не значит. Его скоро вынесут. Стоп, а ты тоже это заметил? Копик, что именно? Я не понял. Только что пролетел настоящий самолет скибидишников. В последней серии у него был 400 ранг в Бравле, а здесь почему-то другой. Блин, а я не увидел, какой там был ранг. Пересмотрите, пожалуйста, и напишите в комментах. А мы ваши комментарии, конечно же, прочитаем. А у этого чубзика все так же 400 ранг. А что не показали, какой ранг у вашего камерамена? Ах, точно, он же умер. Наверное, сразу нулевой. Сёма! Ты чё нафиг выпендриваешься? Да я не выпендриваюсь, мне просто смешно, что вы настоящие нубики. Окей, в этой серии нам покажут то самое первое появление Спикермена. И возможно, Спикермена как раз таки того, который появился в последней серии. Да, Кобик, потому что первый раз Спикермены появились именно здесь, в 24-й серии. Они нас спасли от злого скибидишника, и пришла целая армия. А что случилось? Я не знаю, но вы просто посмотрите, как он танцует. Да уж, танцы у него, конечно, очень зажигательные. Тут мы переместились в новую серию. Погоди, это же вроде 56-я. Нет, Кобик, неправильно. Блин, я забыл, я немножко запутался в очередности этих серий. Напиши, пожалуйста, в комментах. А, стоп, 57-я у нас была битва. То есть это вообще получается где-то 60-я. Нет, Кобик, ты ошибся, это 61-я. Окей, мы тогда просто у подписчиков спросим. Но здесь мы видим то, что Джиманчик всего лишь 999-го ранга. Кобик, он просто там немножечко ослаб после вашей битвы. А здесь зато мой ученый с ранком 5000. Погоди, в последней серии он же вроде тоже был немножко покруче. Или я ошибаюсь? Нет, Кобик, ты не ошибаешься. Он с каждым днем и с каждой серии становится все круче и круче. А, да? Окей, это мы, конечно же, еще посмотрим. Но мне кажется, что скоро он станет вообще самым настоящим нубиком. И его когда-нибудь уничтожат. Нет, Кобик, этого не произойдет никогда. Потому что вы скибидисты выиграют. Камераменчики поставят лайк. Потому что лайки ставить нам 100% нужно. И мы, конечно же, помним, как за этой битвой наблюдали настоящие титаны. И ранки у них, наверное, тоже будут 6974 и 7000 ровно. Да, и камераменчик показал, что всем хана. Это ты правильно подметил. Мы сразу же перешли в следующую серию, где у нас как раз таки будет первое появление Спикервумен. Кобик, вообще-то первое и единственное. Стоп, а вы сейчас что-нибудь заметили? Борис, а ты про что? Да то, что на фоне стоял настоящий дефакт бум. Пересмотрите и сами это увидите. А здесь был настоящий злой скибидишник, у которого капец какие страшные глаза. И ранг всего лишь 999. В смысле всего лишь, ты офигел что ли? У тебя у самого в Brawl Stars максимум 25 или 26 ранг есть. В смысле, так это в Brawl Stars? В скибиди туалетах вообще происходит какая-то вакханалия. И здесь ранки могут достигать 7000. Ну согласен, этот скибидишник немножко нубик. В отличие от Спикер Вумен. У нее ранг, конечно, тоже 999, но он 100% намного круче. В смысле, ты что, добил что ли? У нее же точно такой же ранг. Но учитывая то, что она твоего скибидишника смогла выиграть, тем более, что у него ранг немножко понизился. В смысле? Реально ведь только что 999 было. А сейчас его ранг сразу же превратится в настоящий ноль. Как я и говорил. Йо-хо! И получается, Спикервумен должна прокачаться? А почему этого не произошло? Я не знаю, возможно, потому что лайков еще поставили очень мало, поэтому нужно поставить его прямо сейчас. Во! Камераменчик это, конечно же, сразу сделал! А мы перешли в серию, где камераменчик сидел на унитазе. Кобик, это же тот самый камерамен, которого заскамили! А, ну да, сейчас мы это, конечно же, еще раз, в очередной раз увидим. Но пока что твои скибидишники получают клещей! Ага. Их еще с какого-то фига смыли, но ничего, сейчас вы за свое ответите. Сёма, я бы на твоем месте не выпендривался, потому что твой очередной скибиди туалет просто кокнулся. Это вообще было
нечестно. И сейчас вы точно за это ответите. Воу, реально, всех камераменчиков начинают по одному уничтожать. Но тут пришла спасительница ТВ Вумен. У нее всего лишь 32 ранг. Да уж, она какая-то реально слабенькая. У Спикер Вумен ранг был 999. А у этого туалета вообще всего лишь 15-й. И это, кстати, тот самый туалет, в который по итогу сел настоящий Вантосмен. Ты же его узнал? Да, Кубик, мы вообще-то это видели в твоем видосике на канале Кубик Играет. Тогда ты, наверное, даже знаешь, что у меня есть твой собственный телеграм-канал, в котором выходили настоящие спойлеры. Все эти картинки я выкладывал в свой канал еще до того, как вышла настоящая последняя серия. Как же хорошо, что я подписан на твою телегу. Все эти скриншоты я увидел одним из первых. Я думаю, мне тоже нужно подписаться, чтобы я самым первым узнал то, что скибидишники выиграют. Не, Сёма, этого не произойдет вообще никогда. В отличие от лайка, который поставили камерамены. И в отличие от скама, который произошел над другим камераменчиком. Да уж, и у него даже поменялся ранг в Бравле. Был 6-й, а стал первый. Это все потому, что его заскамили как нубика. Стоп, а это что за серия? А, я, кажется, все понял. Это же та самая серия, где у нас впервые появился тот самый герой Вантусмен. А, это которого потом уничтожили, что ли? Ну, и чё? Которого уничтожили, но потом он все равно воскрес и вынес ваших этих монстров. Так, у этих камераменчиков всего лишь 3-й ранги. Что, Кубик? Это же камераменчики-механики. Здесь у них были 3-й ранги. А в прошлой серии стали уже 4-й. Кажется, они чуточку прокачались. А почему нам, кстати, здесь не показали ранг у того чубзика, который пьет газяву? Я не знаю, тогда его нужно тоже придумать вместе с подписчиками. Напиши в комментах, какой ранг бы ему поставил. Они, конечно же, побежали лечить камера мальчиков, а наш Вантусмен жив. И к нему пришла настоящая камера Вумен, у которой 28 ранг. Она, как обычно, поставила лайк. Но против моей армии скибидишников у нее нифига не выйдет. Не, Сёма, ты очень сильно ошибаешься, потому что они сейчас точно все проиграют. Смотри, они уже начинают выноситься. Ага, их потихонечку убивают, и Вантусмен просто в шоке. Тут же мы увидели следующую серию, когда у нас точно так же появился настоящий Вантусмен. И сейчас-то он точно здесь наведет порядок. Кубик, мне кажется, то, что он вообще офигевший. Нужно бы его поскорее вынести. Ну уж нет, этого точно не произойдет. Так, стоп. Откуда здесь появился этот скибидишник? Кубик, он появился из космоса. Ты что, забыл, что ли, кто это? И у него 32 ранг. Ага, только наш камерамен сейчас с ними на изи разберется. Он опять куда-то тпхнулся. Кубик, у них, походу, есть секретная разработка ТВ-менов. Они тоже умеют телепортироваться. Нет, вообще-то ТВ-мены телепортируются немножко по-другому. Здесь у нас снова пушка, у которой нет никакого ранга. Потому что нужно спросить у подписчиков, сколько поставить. Ну, а мы сразу переместились в ту самую серию, когда появился один злой скибидист, с которым на изи расправились. Кубик, ты чё, блин, спойлеришь нафиг? Сёма, так вообще-то эту серию уже все и так миллион раз видели, и мне кажется, то, что все знают, про что я говорю. Нет, Кубик, я не знаю. А, ты про эту ванну, что ли? То есть ты хочешь сказать то, что ты эту серию никогда не видел? Ну, что-то как будто бы знакомое, но я не помню. Да уж. Ну хорошо, давай ее посмотрим. Что скажешь? Я скажу, что сейчас мои скибидисты выиграют. Смотри, у него был 37 ранг. Блин, а что произойдет дальше? Дальше придет настоящий злой скибиди-гигант. И у него всего лишь 100 ранг в Бравле. Кубик, у твоего камерамена вообще ранг нулевой. Поэтому давай не выпендривайся. Не переживай, у твоего скибидиста сейчас ранг тоже будет нулевой. Да, потому что с ним расправились. От него вообще нифига не осталось. Так и от ваших камераменчиков, которых тоже уничтожили. Не переживай, Сёма, за них твои скибидисты еще точно ответят. Не, мне кажется, что этого никогда не будет. Ой, а что происходит? Чё, твои скибидисты снова проигрывают. У них были настоящие ранки в Бравле, а потом они уменьшались до нуля. Камераменчик, конечно, не ставили ранки, но у нас произошло что-то серьезное. Походу, произошло новое нападение скибидистов. И сейчас ТВ-мен нас спасет. Нет, Кубик, он просто куда-то сгасился. Потому что он настоящий нубас, а ваши камераменчики страдают. Воу, ты это только что видел? У него ранг менялся прямо на наших глазах. И так будет с каждым, потому что пришел мой титан Спикермен. А, это еще те времена, когда он был заражен и когда он был за скибидистов. Не переживай, такого точно больше никогда не будет, ведь мы все-таки смогли его вылечить. Да, и надеюсь, больше никого не получится заразить.
Ну а я надеюсь, ты не забыл, что нужно прямо сейчас скачать игру Grand Mobile на свой телефон. Ведь я тебя жду на 24-м сервере. Не забудь ввести промокод Кубик, чтобы получить халявный гелик. А еще не забудь поставить лайк, подписаться на канал и глянуть следующее видео. Оно здесь уже появилось.